Скорее всего, автомобиль ехал по улице Адарасского. На широком прямом участке дороги водитель неожиданно потерял управление, и «Шевроле» на всем ходу снес несколько секций ограждения. Посетители рядом стоящего кафе бросились на помощь, но оказалось, что шофер не получил и царапины. А дорожный слой могли повлиять? Ну нет, судя по машине, нет, надо сказать все. На машине была установлена шипованная резина. К тому же до аварии всю дорогу обработали химическими реагентами, поэтому проезжая часть не была скользкой. Ну не знаю, не справился с управлением чем-то. Невнимательность. Раз водитель убежал. Не знаю. Свои личные какие-то причины, значит, были. Как показывает практика, основная причина, почему водители убегают с места ДТП, это их нетрезвое состояние. Полицейские уверены, за рулем круза находился либо сам хозяин, либо его знакомый, ведь шофер после аварии вытащил ключи из замка зажигания и закрыл все двери. Как только установят личность, виновника его лишат прав и, возможно, еще арестуют на 15 суток.